Так, ребятушки, всем привет! Сегодня купили вот такую вот камеру. У нас была до этого такая родная многострадальная камера. 26 на 1,75 на 1,95 дробь. Вот такая камера. Это родная была с велосипеда камера, как называют ее, также пластиковая камера. То есть она не с резины. Вот ее данные. Вдруг кому-то пригодится. Можете приближать. Вот. Нам деды продали камеру на базаре. Вот так она выглядит, вот так называется. Видите, наша. Вот она перетянута также резиночкой, которая тянется. Она, как мы видим, в таком как тальке. Вот, вот ее данные. Смотрите, ребят. Ставьте на паузу, читайте. Вот данные этой камеры. Вот смотрите, какой тут уже идет золотник. Он идет металлический и длинный. Он не идет пластиковый, как на вот этой вот камере. Дешевая, которая, да, в которой можно есть, ехать по песку и пробить ее тем же песком. Дальше смотрим размеры данной камеры. Тоже здесь должны где-то быть указаны. Вот, как всегда. Так, сейчас найдем, покажем. Ну, в общем, сам факт, что есть камеры резиновые, есть камеры пластиковые. Вот, ребятки, я надеюсь, вам видно. Вот 26-я камера, 1,95 на 2,125. Вот, видите, здесь беленьким написано, в отличие от той штампа. Но она нам с удовольствием как бы подходит. Видите, она тянется, она не лопается. И очень толстенькая она такая, поняли? Плотная, не фуфло. То есть камера, как делали раньше. Так, вот мы уже разобрали, видите, мы сняли отсюда вот покрышку нашу, убираем ее в сторону, покрышка тоже, конечно, такого же качества. Откручиваем обязательно золотник, золотник убираем в стороночку, вот, берем наше колесо, находим отверстие, где у нас тут, вот, нашли отверстие, видите, ребят, здесь вот это смотрим, чтобы резина, которая защищает от проколов, была вся на месте. Все у нас стоит, то есть от спицы, чтобы нигде не торчали. Так, ребятки, перво-наперво мы берем нашу камеру и одну из сторон, то есть смотрим направление, чтобы все было четко. Одну из сторон мы вот так вот руками с вами сразу одеваем. Одели сторону. Теперь вторую сторону мы с вами выводим. Вот можно буквально вот тут пальцами даже. О, все, теперь пальцем так проходим, чтобы, то есть этот борт у нас уже одетый, а этот еще нет. Запускаем вот так. Вот. Для чего это делается? Чтобы теперь мы берем нашу камеру, откручиваем золотник. Золотник убираем в сторону. Не теряем его. Находим, где у нас отверстие. Засовываем, чтобы все было четко сюда. О. И вот. Смотрите. Вот так вот заправляем. Сразу можете золотник накрутить, чтобы у вас никуда не пропал. Надеюсь, видно там. Накрутили. И теперь заправляем камеру туда. Таким вот образом по кругу пальцами, чтобы не порвать ее. Вот так вот раз, чтобы она у вас там не перекрутилась. Заправляйте, можете сразу вот так вот и одевать обод сюда. Заправили камеру, одели и пошел. Вот так вот. Может, молодежь будет меня смотреть, ребята, молодые хлопцы, там, школьники, которые не знают, как это сделать. Там. Это делается буквально 5 минут прямо в дороге. Вот так вот. Мы раньше ездили на велосипедах еще тех времен. Вот, все поставили, все выставили. Вот так вот еще желательно промять, чтобы здесь у нас все... Камера была четко, не перекрутилась нигде. Все, теперь поправляем вот так хорошо золотник наш.
и можно накачивать колесо. Собственно, к этому мы сейчас и приступим. Так, ребят, теперь берем наш насос. Это вот такой вот ножной. И накачиваем. Вот, чуть-чуть подкачали. Сразу проверили, чтобы тут все было четко. И еще дальше подкачиваем. То есть пол атмосферы прокачали. По кругу прошли, все проверили. И качаете, ну вот, полторушечку или сколько вы там ездили. То есть промять желательно по кругу, чтобы стало на место. Вот. Практически двушка. Давайте двушку накачаем. Проверим камеру. Вот, две атмосферы. Посмотри, покажи. Держит тут свободно она. Проверяем сразу золотник. Сразу проверяем. Это мы берем вот так вот. Вот. И слюну вот сюда. Дедовским методом. Неудобно вам, конечно, снимать. О, видите? Воздух не травит, бульбашки не дуются. Значит, все четко. Закручиваем все на место. Так. Теперь дальше. Здесь у нас тормоза мы вот так вот раз. Раскинули. Ставим на место. Все это наше дело. Вот, поставили, выставили ровненько примерно и затянули. Все, покрышка у нас поменена. Так, теперь берем наши тормоза и вот так вот раз, завели. Все, тормоза у нас работают. Все четко. Все, давайте проедемся, проверим данный наш лесопед. Так, ребятушки, хотелось бы более подробно с вами поговорить про камеры. Сразу пишите свое мнение в комментариях, обязательно давайте поделимся. Я думаю, это будет полезно, особенно поколению юному, которое, да, только сталкивается с этим всем. Я помню, мы в детстве сколько не переклеили этих камер, чем только не переклеили. Сейчас он вообще видео смотришь, Мивина и заклеивает и так далее и тому подобное. Напишите свой опыт в комментариях. Но сам факт, ребят, самый больше нравился это резиновый клей, специальный там клей для лодок, для камер и так далее. И тому подобное. Вот это самый лучший способ заклеить камеру. Всегда хочу сказать, ребят, и это самое главное, всегда, если вы на дальняк едете, лучше всегда с собой иметь запасную камеру. У меня был личный опыт, я работаю в такси, да, и я забирал чемпиона, собственно говоря, Украины, там он и на Олимпиады ездил и так далее и тому подобное, выступал, то есть за Украину. Вот, и у него получается лопнула. У него была запасная камера, и лопнула она, и еще две, короче, все три камеры, представляете? Вот он ехал, у него такие, как прогулки были, это даже не тренировки. Он катался по 70, по 120 километров в день. Вот. Ну, это я так понимаю, что ежедневный у него такой, собственно говоря, был день. И получается, я его забирал вместе с этим велосипедом. Велосипед, конечно, класснючий. Он там и траву напихивал, и что только не делал для того, чтобы как-то доехать. Ну, это, как вы понимаете, такие как шоссейники. Там тоненькая покрышка, резина и так далее и тому подобное. В общем, на всякий случай всегда лучше с собой иметь насос. Какой-то, может, там клей, чтобы быстро заклеить латочку. Либо же камеру для того, чтобы заменить, если у вас такой велосипед, как у меня, что можно сделать это очень, в принципе, быстро. Вот, такие, ребят, делишки. Пишите свое мнение в комментариях обязательно по этому поводу. Я считаю, что покрышка, камера должна быть и покрышка, и камера резиновая, качественная. Когда оно сделано с такой, как пластмасса, которая лопается, да, это, конечно, не годится.
но тут же утяжеляется. Это все дополнительный вес. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм группу таксистов по ссылке в описании, вдруг кому надо довести велосипед. Также, ребятушки, кому нужна страховка на ваш автомобиль, вдруг у вас есть тачка, там внизу будет ссылка под видео. Залетайте туда и по моему промокоду TAXICOOL21 вы получите 10% скидки на страховку для вашего автомобиля. И сможете оформить ее онлайн. Всех обнял до хруста. Классного денечка. Пока-пока.